Салют всем, друзья, с вами Серега, и вы на канале Про Пайку. На днях открылось новое заведение у нас в городе, называется Fish and Chips. Сейчас зайдем туда, попробуем, что там есть. Говорят, там есть ребра, рыба, курица. Сейчас зайдем, попробуем, а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии, были уже здесь или нет, и как вам. Ну, а мы пойдем попробуем, давай. Ну что, давай пробовать. Пакетик нам нагрузили такой добренький. Ну что, начнем, давай. Тут у нас что? Ребра. Два кусмана такие вот. Нормальные кусочки. В принципе, красивые такие. Сейчас посмотрим. Уж в ребрах я спец. Ай-яй-яй-яй. Вообще отваливаются, смотри. Где ближе сюда? О, косточка от косточки отходит, смотри. Просто. О, косточка, оп. Просто отваливается. Ребра хороши. Реально хороши. Единственное, на улице это пробовать, конечно, такое себе. Ну ладно. Ребра, кость от кости отходит. Мякоть. Смотрите, как отрывается. Просто нежнейший. Отличные ребра. За ребра уважуха. Реально уважуха. Поехали дальше. Так. Что по ценам выходит? По ценам, в принципе, не так все и дорого. Более-менее, ну, средние цены. Я за все отдал 24,50. Заказали мы ребра, заказали мы две рыбы разные, дорада и там, как она называется, не помню, короче, еще одна. И курицу, соответственно. Ну и сами чипсы, как говорится, картошечка тоже попробуем. Что-то по куре, по мясу, о, по рыбе. По рыбе у нас тут тоже дорада. Вот такой вот кусочек рыбы. Сейчас посмотрим, что у нас с рыбой. Такая в панировке, жирненькая, мощная. Сейчас будем. Хорошо. Смотри, какой кусок. Толщина. Капитально. Угу. Очень даже зашибись. Погнали дальше. Надо все это дело запить. Дальше у нас что это такое, блин? А, это минтай, да, походу. Я так понимаю, минтай. Вот такая вот штука. Два кусочка. Два кусочка. Лимончик для чего-то. Не знаю для чего, но, наверное, возможно, нужен. Но мы без него. Минтай, он как будто он сочнее. Панировка на нем помягче, он посочнее, но дорада мне как-то и то вкусно, на самом деле и то вкусно, но белая рыба мне просто больше нравится, не знаю. Так, это соус какой-то. Так, давай картошку фри попробуем. Такая картошечка такая капитальная. Ну, посмотрим, как она там у нас по хрустибельности и вообще по вкусу. Тоже они посыпают, видимо, чем-то
Пидар. Ты видел, да? Просто крышечка болтанула. Картошка отличная. Во-первых, смотри, какие ломти. Они реально огромные. Они огромные. И смотри, как они. Хруст есть, да, небольшой? Хруст небольшой, но на зубах хруст как-то посильнее, кажется. Хорошая картошка, но из-за своего размера внутри слишком много вот этой вот мягкости, да? Но мне нравится. На мой взгляд, отлично. Дальше у нас, я так понимаю, это ножки. Куриные ножки. Вот такие вот кусманы. Еще нормально. Твердые. Вот так вот даже слышно. Хрустят. Слышно, да? Слышно, как хрустят. Панировочка. Ну давай попробуем. Ну. Конечно. Больше панировка ощущается, чем мясо. Но вкус мяса тоже присутствует. Видишь, панировка толстая, наверное, видимо. И она такая, прям хрустит. Прям. Ну, не знаю. Мне хотелось бы поменьше панировки, наверное. Чтобы помягче это было бы, не знаю. А то она как в коконе в каком-то таком. Что еще тут дают? Ну и даю. Три вот таких вот набора, да? Салфетки здесь вот столько. Ну, как бы... Салфеточек хотелось бы побольше, когда ты заказываешь раз, два, три, четыре, пять блюд, потому что, возможно, руки придется вытирать, там где-то там что-то запачкался, тем более, если ты такая свинота и машину можешь запачкать в соусе. На мой взгляд, отлично готовят, очень даже вкусно. Ребра шикарные, рыба отличная, особенно белая. Это что, дорада, да, получилось? Дорадо мне очень понравилось. Минтай тоже неплохо, тоже вкусно. Но дорадо такое, когда поприкольнее. Картошка фри, на мой взгляд, отличная. Нормально, вкусненько, вкусненько. Даже сольки посыпали там всеми делами этими. Тоже нормально. Что касается курицы, ну я хотел бы немножко помягче, чтобы было бы не такой кокон. Так, в целом, еще и напиток за это тоже дают. За это все 25 почти евро, 24,50. Ну, наверное, нормально. Я не знаю, как это нормально, ненормально. По ценам я как-то не сильно волоку. Но, на мой взгляд, это очень даже вкусно готовят. Всем советую зайти туда. Это новое заведение. Заходите, попробуйте. На мой взгляд, очень отлично. Подождали минут 15. Сделали все зашибись. Ну что, друзья, хочу попросить вас больше активности на канале. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще в целом обзоры и вообще нравится ли вам такой контент. Когда дойдем до косаря подписчиков, я думаю, мы начнем делать всякие интересные розыгрыши и какие-нибудь прикольные вещи с вами, с подписчиками. Так что обязательно подписывайтесь, делайте все эти вещи, что требует YouTube. А с вами был Серега и канал Про Пайку. Всем пока!